На трех встречах, которые проходили в режиме нон-стоп, говорили о строительстве школ для одаренных детей в Сочи и Краснодаре, создании районных центров единоборства и военно-патриотического парка «Патриот». Глава региона потребовал не выбиваться из графиков работ. Например, реализация школы для одаренных детей в Сочи уже идет с опережением. По каждому проекту подготовлены дорожные карты. Всех призываю здесь быть максимально собранными, сконцентрированными вокруг достижения задачи региональных проектов, которые мы сегодня с вами обсуждаем. Мы объявили о мощных, социально значимых проектах для жителей края. Мы должны их реализовать, не просто заявить, а открыть. Поэтому нюансы связаны с тем, что опять где-то что-то, кто-то кому-то мешает, либо они иногда, эти моменты, эти нюансы, должны быть в рабочем порядке устраняться. Более детально обсудили создание системы центров единоборств. До 2023 года в каждом районе края должны открыться комплексы для занятий боевыми искусствами. Там в том числе станут обучать самбо. Планируется, что ежегодно будут строить по 10 таких центров. Проектирование первых залов начнется уже в этом году.